Что там скучаешь-то уже заранее? Такие они яички сегодня с бабулей сделали, но и в итоге Яра устроила нам истерику. Начал, не справился, он начал смеяться, потом хохотать, потом, в общем, переходами такими. Я ему стала не задавать еду, говорю, типа, нет, куда ты сейчас еду берешь, ты сейчас начнешь хохотать, и будет проблема. И у Яры началась, короче говоря, истерика с таким хохотом, в общем, честно, я вообще думала, что будет беда бедой. Ну, вроде. Ну, короче, конечно, как всегда, посидеть мы уже не посидели. Андрей вот только уже без 15-10, бабуля уехала. Яра только-только вот успокоился. И сейчас мы будем кушать, ужинать. Мы сделали пюрешку, картошка с тыквой. Рыбку пожарили и салат у нас. Ну, ничего не поделаешь. Яра эмоции опять победили. Я не знаю, когда у нас это... Еще когда это пройдет, когда у нас пытаюсь найти стенку, чтобы было как оно вам нравится, но пока не все получается. Вот вроде бы он очень эмоциональный, бабуля пока еще не может с ним, мне кажется, вот, но она как бы старается там предостережечь, ножик нельзя, это нельзя, это нельзя. Она не знает, что она тоже все делает у нас здесь дома, и его эмоции, короче говоря, шкальнули так, что мама не горюй. Он просто нам устроил скандал. Он еще скандал, он так орал. Я уже холодной тряпкой, уже мокрой тряпкой, уже ему буф-буф-буф, чтобы его привести в чувство холодной водой. Как бы начинаю его поливать тут, потому что он уходит в хохот такой дикий, что аж у него синеют глаза, губы, и глаза уводят. Думаю, сейчас для меня еще приступ здесь, потому что, ну, в этот момент я ему говорю, он мне отвечает. Он говорит, я не могу успокоиться. Потом успокаивается, опять начинает. Ну, в общем, такая веселуха. Вот опять. Прекрати. Андрей пошел провожать. Он никак не вернется. Бабуля уже уехала. Андрея все нету. Андрю, ты где там? Машина уже скоро на Суворова доедет. А я там это, там штрихи наваляются. Опять? Да, вот типа праздники начались, наркоманы снова это. Я сфотографировал. Ну, за... газеты. На полу. Да. Обалдеть. Я просто сегодня. Это участковым мы сегодня. Все, надо не дашь. Не, она вроде успокоилась, вроде. Да, все. Вроде не было. А сейчас видно кафе, вот здесь опять она активизировалась. Ну, праздники, это, в общем. Активизировалось все. Надо посмотреть, как на. Вот если на праздниках его не будет, по идее, они должны нормально быть. Нормально видно, да? Да, тебя нормально. А я наступил, смотрю, не пойму. Думал, говно, смотрю, шприц валяется. Обалдеть. Одно время это мы как-то. Ну, они... Нет, я сегодня, не понравилось, там какая-то лужа была тоже. Я еще посмотрела, так еще у меня мыслями, когда поднимались Яська. Я думаю, да вроде, но мы с этот. Нет, мы без Яськи сегодня я поднималась. Поэтому. Ну и все опять. У нас, представляете, какой дождь льет. Проливным дождем целый день. Вроде он как капал, а сейчас он полил. Все, я всех своих уложила. Сейчас уже тоже буду укладываться, потому что завтра нам с утра на занятия. Вот. Яра, конечно, начудила. Как всегда, когда он начал начудить, знаете, я потом хожу такая разбитая. Не знаю, как у вас. Конечно, было интересно послушать ваше мнение. Как вы справляетесь вот с такими ситуациями? Меня это очень выматывает, когда он начинает истерику устраивать там или скандалит. Или... Но он не скандалит, он, знаете, как он начинает... Или в слезы уходить, или в смех. Ну, то есть, как бы я уже вижу, понимаю, что он уже перевозбужден, и быстрее всего как-то у него начинается какая-то такая вот реакция неординарная, непонятная. Еле его угомонили, когда сначала, потом уже вечером нормально, все, но я после этого вот его истерики, я очень такая, в общем-то, опустошенная, не знаю, такая, знаете, вот просто человек разбитый бывает. Вот так же Андрей уже сам посуду мыл, оставили, уже завтра разложу с утра. Не стала ни раскладывать, ничего делать. Мы, в принципе, поужинали, но мы поужинали вот рыбку. Бабуля приносила, она ее мариновала. Не буду говорить даже как, но там был лук, еще что-то, в общем. С лимоном она, по-моему, говорила, в общем-то, даже. Вот я говорю, так как-то поели быстро-быстро, в основном, потому что все-таки Яра умотал всех. Кстати, хотела похвалиться сегодня. Даже не похвалиться, а выпендриться. Даже не выпендриться, в общем. Я все-таки нашла, купила этот чай. Сегодня он появился в этом, как, в
Пятерочки. Я сначала прошла мимо, уже заплатила, купила вот эти для яичек, чтобы делать. Я всегда беру, и потом у меня остается на следующий год. И нашла. Сейчас покажу, так переведу на него. Вот эта серия. Помните, я говорила, когда я была? Правда, коробки уже выкинули сразу, я их переложила. Я кладу их вот здесь сюда, чтобы можно было пользоваться. Тряпочка, она, правда, не отсюда. Вот. Тряпочки не отсюда. У меня вот здесь они лежат, разные чаи. Вот этот релакс. Здесь получается, я же как-то показывала, по-моему, там лаванда, лимонный, что-то лайм, как-то не помню, что-то еще. Такое вон там яблоко. Это именно для типа отдыха, расслабления. Это для энергии. С этой же серии тест. Я сегодня его не пробовала, по-моему, у бабули его давала. Наливала. Тоже яблоко. Лонг жасмин. Что-то киви. Ну, тоже такой прикольный, очень оригинальный. Но я его не пробовала, честно, не буду врать. И вот третий чай я себе взяла. Это типа IQ для улучшения мозговой. Там, ну, насколько оно, конечно, не факт. Быстрее всего. Но мне нравится. Не хочу пробовать. Посмотреть. Тамарилла. Рассел. Кардамон, в общем-то, тоже не пробовали. Я сегодня еще пила. Ну, то есть, как бы вот буду пробовать. Еще у них есть четвертый вариант. Мне нравится. Он, видите, я так вот люблю делать. Вот еще он идет как типа детокс, огуречный, но вот его нету. Ну, надеюсь, он появится. Я люблю коллекционировать. И, конечно же, мой Get Relax. Самый классный, который мне тоже нравится. Он, мне вообще он нравится по вкусу. И я прям вот балдею с него. Сейчас тоже, наверное, заварю, посмотрю. Ну, вот этот попробую. Вроде на ночь не хочется пробовать ничего такого энергетического. Поэтому вот завтра с собой возьму туда. Попробую. А сейчас попью опять свой релакс. Просто купила в этот, зашла. Вот в Ашане они были. Взяла себе чай, но я сегодня пробовала, потому что немножко надо, хочу для печени почистить, все-таки не успеваешь с ней. Ну, не лекарства, ничего, простые травы, которые, в принципе, просто для... И тадамс, мило взвесилась. Мне Андрей вчера привез весы. Угу. Я взвесила, потом я их поставила в другое место. Думаю, на другом месте вы так делаете, честно признавайтесь, точно так делаете тоже. Я все бывает часто смотрю, например, у меня в одном месте весы стоят, они, например, показывают больше вес. А потом смотришь в другом месте, представляешь, там поменьше вес. И я всегда начинаю ориентироваться, конечно же, выбираю по меньшему весу. Но если серьезно, то получается... Поправилась. У меня почему-то все стекает вот... Туда, куда не нужно стекать. Поэтому так хочу сейчас пока вот пить. Поэтому, скорее всего, наверное, добавлю. Сейчас в чаек добавлю пачку. Если я, правда, один раз пила, хотя там надо три раза, но не было времени. Я прям вместе соединяю. Мне предлагали, конечно, по печень почистить, но я считаю, что все-таки это нужно делать как-то... Мне кажется, все-таки более осознанно. Сначала проверить на анализы какие-то сдать. У меня часто бывает, у меня... Когда мы сюда приехали, я начала лечение зубы все делать. У меня вот пошла проблема с печенью. Сразу они говорят, вот так вот реагирует печень на препараты, на анестезию. На... Когда зубы делала. Поэтому, в общем-то, я зубы разобросила, не стала делать, потому что мне просто никто не занимался, не стал. А потом уже как-то и времени не было, потом уже и деньги пошли не в то русло. И так оно как-то уже, знаете, уже вроде полегло-легло, да, вроде как само легло. Понятно, я тоже, как говорится, стремлюсь к лучшему. Ну вот у нас получается, видите, я сегодня пошла час погуляла, оставила их. А Яра не срасчитала, он сразу перевозбуждается так, что потом я иногда думаю, да ну его нафиг, это расслабление. Ты расслабишься, а потом приходишь и еще хуже. У нас всегда так работает, я не знаю, когда оно переломится. Возможно, когда-то переломится. Будем пробовать. Ладно, все, включаю чай. Сейчас буду пить чаек немножко, отдыхать, уложиться завтра. Опять такой день, беготни. Еще 2 недели у нас впереди, поэтому надо еще силы, чтобы рассудить. Все, всем огромное спасибо. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Спасибо, что пишете добрые слова, поддержки, помогаете морально. В принципе, проходить это все, осознавать, подсказываете.
Я анализирую, конечно, иногда бываю, воюю с вами, но потом все равно принимаю правильное решение. Всем пока-пока.